Soya Sort Prudence. Сегодня 7 августа. Норма высева где-то 600 тысяч. К уборке где-то 400-450. В этом году соя, ну, относительно хорошая. Чуть засушил ее, конечно, в период налива, но и то на данный момент урожайность в пределах 26. А так потенциал был, конечно, выше. Предшественник здесь овес. Основная обработка — это безотвальная, топ-даун. Соя была выращена без применения удобрений, то есть ни с осени, ни весной удобрения не вносились. Ну, и обычно соя, кстати, особо, конечно, она отзывается на удобрения на бедных почвах, но я не считаю, что, допустим, эта почва бедная. И обычно, если и есть прибавка, она не значительная. Она может быть значительной только если удобрение вносится систематически, а не для старта или для какой-то компенсации. Причем проблема еще может возникать из-за того, что удобрения, внесенные в год посева или под основную обработку, нужно понимать, что корневая система просто не может их охватить все, тем более если говорить о фосфоре, который менее подвижен, и о калии. По азоту понятно, но и соя по азоту может за себя, ну, постоять. В этом плане эта культура относительно самостоятельная. Так что... Так, здесь также была предпосевная обработка уже весной. И сев рапидом 800S. После сева допсходово был внесен препарат Гамбит дозировки 2,5 литра. И схема такая классическая уже на данный момент. Базогран плюс Хармони по вегетации. Ну и по вегетации также была еще и Пантера литр. То есть вот на данный момент такой результат. Здесь не было диссекации. То есть соя сама подошла. Еще дня три назад здесь начинали уборку. И из-за того, что есть такие вот лощинки, средняя влажность была где-то 18%. Пришлось переехать на другое поле, которое подошло по влажности, хотя это поле сеялось первым. Вот буквально вчера здесь уже с утра была одна влажность, допустим, 16-17. Ну а к вечеру, естественно, влажность упала, потому что и лощины, вот эти вот впадины, они уже и незаметны на данный момент. Есть кое-где зеленые листья на сое, зеленые растения. Ну, они уже такой влаги не добавляют сои самой, потому что соя сама по себе здесь сухая, влажность где-то в пределах 15-16%, но это нормально для уборки, чтобы меньше травмировалось. Так, ну в целом вот такая вот история. Вопрос диссекации. Обычно это такой вопрос, стоит ли сушить. Ну, все зависит от ситуации, потому что если поля сорные, то, наверное, лучше сушить, чтобы снять нагрузку с комбайна, чтобы было и меньше потерь, потому что любая влага в ворохе, в посеве, она
как бы создает какие-то проблемы для комбайна, потому что легче он и обмолот тяжелее идет, и потери возрастают как на решеток, так и на клавишах, потому что решеты могут забиваться. Поэтому здесь лучше, конечно, на сорных полях делать диссекацию, особенно если вы в достаточно хорошей климатической зоне. Потому что, ну, иногда мне кажется, что сейчас сорта такие, что они практически сами доходят и равномерно достаточно. Вот, к примеру, пример. Хотя вот еще 3 дня назад казалось бы, что, может быть, и нужно было бы делать диссекацию, но нет. Она, естественная диссекация происходит. То есть, если климатически вам это необходимо, потому что вы понимаете, что соя не дозреет, или так получилось, что это был поздний посев, конечно, здесь как-то помочь посеву нужно высохнуть. Но если у вас соя созревает вовремя, когда еще тепло, может быть, и не стоит этого делать. Не стоит спешить, торопить события. Лучше тогда подбирать, если вы стараетесь это все сделать под посев, лучше тогда, может быть, подобрать, ну, другие сорта сеять, которые более быстрые, более ранние. Так что вот так, допустим, вот это растение, может быть, оно позже стало развиваться, оно осталось зеленым, но в целом здесь также лощинка, небольшое такое вот углубление в поле есть, а так соя, она сухая. Конечно, иногда хочется, чтобы масса 1000 была 200 грамм, но я думаю, что в среднем будет в пределах 150-160, может быть, чуть выше. Но 200 грамм, скорее всего, не будет с таким количеством бобов на растении и достаточно сухой погоды. Погоды в период налива, думаю, что не будет. Итак, я считаю, что это, ну, хороший посев по количеству бобов, по состоянию, по чистоте. Это в разрезе. То есть в разрезе вот так соя выглядит. Prudence. Красивая, да.